Отель Гранд Оазис, Шарм-эль-Шейхе, бухта Шарм-эль-Шейх. Находимся на Сокол-сквер. Идти ровно 5 минут. Хозяин выкупил этот отель год назад. Вот реновировали его. Браслеты одеваю сразу же по приезду. Номера, если хотите, раньше что-то дали за дополнительную плату. Wi-Fi ловят только возле ресепшн. Вот здесь. Вот там на втором этаже ресторан. Ресторан большой, всегда места хватает. Еды тоже. По питанию здесь никаких нареканий нету, еды много, всегда очень много овощей, фруктов. Это бар, работает до 11 ночи. Всегда много мяса, несколько видов, рыбы. Где-то плитка побилась, они ее меняют. В принципе, за отелем ухаживают. Территория довольно большая, зеленая. Это бассейн, и он здесь один. Нам сказали, что он подогревается в зимний период. Возле бассейна бежит. Возят на дискотеку аниматорами. Ребята стараются. Есть ребята с Украины. Вот, все русскоговорящие. Здесь очень много Украины, Беларуси, России. Также есть немцы, поляки. Вот от моря, наверное, минут 5 идти до ресепшена, до главного здания. Номера отреновированы. В принципе, все чистенько внутри. Хорошая постель, матрасы. Но сантехника уже старовата. То есть ее привели в порядок, ванную. Плитку немножечко где-то поменяли, где-то не очень поменяли. Это бассейн, это бар возле бассейна. Работает с 10 до 6-6.30. Вот так вот. Тут уже море видно. Алкоголь здесь наливается 11. Пиво, джин, тоник, ром. Это все место происходит. Вот такая территория, она здесь ровная, а дальше идет каскадом. Пляж и море. Пляж уровнями, есть немножечко заход песочный для деток, где-то по пояс можно зайти, но уже в специальной обуви.
Номера убирают. Хорошо. Нареканий нету. Всегда оставляем денежку, приносят фрукты в номер. Ребята стараются. Молодежи довольно много здесь. Есть бесплатные, кто проживает в этом отеле, есть бесплатный вход на несколько дискотек, которые находятся на площади Soho Square. Это номера, которые ближе к морю, корпуса. Они больше реновированы, больше не сделано косметического ремонта. В номерах во всех стандартах идут ванны, не душевые. Вот такая территория. Через забор, вот соседний отель, если смотреть лицом на море, то с левой стороны отель Four Seasons. То есть пляжи хорошие, кораллы есть, но песочного полностью захода нету. И пляж уровневый. Уровневый. Вот где-то до пляжа идти 6-7 минут от главного корпуса. Это уже идут супериоры, которые немножечко дороже будут. Всегда можно здесь на месте договориться за замену номера. Ребята на ресепшн нормальные, хорошо говорят по-русски. Вот. Если вы бронировали стандарт, то можно всегда за дополнительную плату поменять его на номер выше категории. Можно просто по прямой вот так вот пройтись тоже до главного корпуса. Территория большая. Ходить, посмотреть, есть прогуляться куда. Поэтому отель достойный. Единственный минус — это сантехника в ванной. Есть Kids Club. Там работают девочки русскоговорящие, аниматоры. Можно оставить ребенка на несколько часов, и с ними здесь будут гулять. В отеле нету горок. Для детей есть там небольшая площадочка. И как бы на этом все. В бухте Sharks Bay. Это безветренная считается бухта. В зимний период сюда абсолютно спокойно можно летать. Пляж большой, лежаков много, всегда хватает места в любое время. Вот сейчас 7 утра, вот люди уже начинают ходить. Сейчас 27 сентября.
полотенце дается вот на пляже. Бар на пляже есть. Перекус на пляже тоже есть. Вода на территории отеля только в кулерах. Бар пополняется только водой каждый день. Две бутылки в номер, если вы живете вдвоем. Понтон короткий, пластиковый. Вот есть песчаный заход для деток.